Так. Нам нужно найти зеркало. Так, как отсюда выйти-то, что-то не пойму. Угу, кажется, я знаю. Сюда, да? Рувен must be really pissed now. Breaking a STEM terminal? Never thought he'd go that far. Wait, STEM? Oh, he must be close if he's separate ties with the past. All he has left is his connection to the present. The full STEM in the hospital. Hospital? Beacon Mental Hospital? That's where he'll be. Waiting for him. If somebody doesn't get there first, there'll be no way out for anyone! Какой-то странный чувак. Вот. Так, ну что тут у нас? Что это было сейчас? Почему я несколько раз крутился? Точнее, камера вокруг меня крутилась. Так, опа. Угу. Ну, знаете, я подумал, что нам стоит использовать... знаете, у нас две аптечки, четыре шприца, все шикарно. Я подумал, что нам нужно использовать болты, вот эти ослепляющие. Ну, то есть, я думаю, нам стоит просто-напросто слепить врагов. Значит, смотрите, какая классная тень. А, вот, смотрите-ка, я подобрал. Хм, интересно. Вот, то есть... А вот, значит, сейчас... Ладно, значит, что я хочу сказать, то, что нам нужно использовать расслепляющий арбалет. Офигеть, мы с ним махаться, походу, сейчас будем. Так, так что собираем патроны. А что тут еще можно было взять? А, во. Даже без спичек-то. Так, вот детальки чуть не пропустили. Так, и здесь ничего. Так, ой. Так, провалился. Так, ну что, куда нам? А, вот. Да ладно, спрыгивай, что-то. Так. Подождите, сейчас, я думаю, мы с ним будем драться. Значит, смотрим, что у нас по дробовику. Дробовик этот, снайперская, есть. Болтики есть. Шприцы есть, шприцы. Я надеюсь, что этот монстр не будет нас с первого удара валить. Вылезти здесь нельзя, да? Ну ладно. Блин, а. Так, ну, здесь вроде мало места, я надеюсь. Твою дивизию. Вы что, совсем, что ли, офигели? Я думаю, у нас еще... Да-да-да, не раз будут. Офигеть. Так, давайте сразу болты запасаться. Значит, что мы будем делать? Мы... Офигеть, кривбол, всего один. Да вы гоните. Вы гоните мне. Не может быть. Я ни одного болта не могу сделать. С ума сойти.
Что-то у меня с деталями, конечно, фигня какая-то. Ну что ж, будем использовать... А, ну вот смотрите, у нас есть один криоболт. Мы будем использовать, значит... Сейчас посмотрим. Да, мы будем использовать сначала... Сначала мы его заморозим. Ой, блин, ну все, сейчас начнется. Так, да, мы его сначала заморозим, будем долбить снайперкой. Башку ему желательно. Снайперку перезарядить нужно. Хотя у нас перезаряжена. Ну, ну ладно, тогда берем криоболтик и идем. Да, все, сейчас начнется, у меня же камера... А, сзади. Эй! Я надеюсь, это заскриптовано? Я уже вижу бочки. Да где ж ты? Интересно, его слепить можно? Чё, не можешь достать, да, тварь? Сделал. Так, все. Пришло время для болтов. Что я сделал? Нет! Да ладно! Я его победил? Какой-то легкий босс. Или как его назвать? Монстр. Главный монстр. Ну... Ну чё, круто? Да, нормально так. Так, ну что, нам придется все собирать. Смотрите, сколько тут ящиков разных. Офигеть, 20 тысяч! Спасибо, чуваки. Двухсотку. Далее. Так, и... Давайте-ка посмотрим, что тут у нас по пистолету. Так, а что тут можно было еще вроде взять, нет? Ну, это дробовик. Дробовики у нас, смотрите, вон, дробовики у нас очень классные дробовики, но почему-то мы с вами... Ну, точнее, я не пользуюсь. Я оставляю их всегда на крайний случай. Так, давайте используем шприц. Кстати, здоровушку можно прокачать. Эх, быстрый боссик, я даже не успел понервничать, да? Нормально, чё. Эх. Что-то тут стекает. Интересно, а как спрятаться под машину, что ли? А, да. Ну, крут, крут. Да, офигенно. Взрывные болты, вот хорошо, что я их прокачал. Нифига тут трофеи. Ну, только не знаю, если... Там, кстати, ослепляющийся должен болт быть. О, греночка. И пистолетик, и все, тут все, да, ну шприцы у нас надо просто качнуть, мне кажется, и раз нам дают столько много шприцей, тьфу, шприцей, шприцов, такое количество большое нам дают, то, я думаю, мы можем качать, но я думаю, может быть так, что вот как с пистолетом, мы его качнули, а, ну вот сейчас, да, много патронов, но, отлично, ну бывает такое, что и мало очень. Богатый карман у нас, да? Так. Снайперская.
Перезаряд. А, он завалил. Вовремя я туда свалил. Круто. Как-то круто. Ну, я надеюсь, ничего не упустил. Я думаю, что можно идти дальше. Да, эпизод 10 пройден. Сохраняемся. Да, безусловно, принимаем и следующий. Выстрелив факел, вы можете поджечь врага, который его нес. Хм, неплохо. Заскриптовано. Я представляю, если бы я пропускал каждую вот эту катсцену, то... Каждую заставку. Было бы вообще непонятно. Хм. Это город. О, а вон тут то здание. Больница-то, по-моему, да, называется? Маяк. Ну ладно. Давай, я тебе кнопочку нажму, помогу. С небес свалились. Воссоединение. Интересно. А мы воссоединимся с чем-то или с... Не знаю, там может... С друзьями, с нашими, или там... Я чувствую, уже близится концовка игры, нет? Могу ошибаться, но... Так, тут никаких нет статуэточек. То обычно они нам любят их запрятать, я не знаю, куда. Я слышу знакомую музыку. Или какую-то такую странную музыку. Да ладно, что, нельзя забраться, что ли? Я думаю, там в рояль что-нибудь запрятали. Контрольные точки между тем. Че так шатается? Муха! Случайно нажал, а? Ага, да вы чё, гоните? Патрон срал. Каждый патрон на счету. А чё, нельзя, что ли? Залезть? Есть, как заметил. Так, куда нам? Сюда, да? Так. Твои дивизии, что происходит? Тут сдвиги, короче, какие-то. Черные волосы. Так. Надеюсь, это... Белый. Белое что-то там. Белое пространство. Я не знаю, что такое белый. Белый дым. Белый туман. Я не знаю. Так.
Нам не дают никаких бонусов. Пока что. Бля. Чё, офигели, что ли? Все рушится, все идет. Все падает просто. Все просто падает. Так, 5 помещений. Только мы вышли на открытую местность и опять. И, кстати говоря, заметили, не. А вон там. Кто хотел сказать, ничего нам пока не дают. Никаких там бонусов. О! Ну, и на этом спасибо. И на этом тоже. И на этом спасибо. Нормально так. Хорошо. Здесь у нас есть кейс. Магнум. Угу. Урон 100. Разрядить. Так, а это у нас... Вот этот, что ли? Да, ну не будем тратить. Походу это что-то более новое, более мощное. Так, стоп. А, вот. Чуть не пропустил фрагментик. А тут 1000 лежит. А, 350 почему-то. Ну ладно. Так. Так, так, так. Так, 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 все. Чё там шипит, я не пойму. Кто-то там ходит, что ли? А, он чувак. Ну вот, можно баллон не выкидан. Давай, иди сюда. Ну ладно. Походу, был заскриптован, и... Чувак, неизвестно, куда он вообще свалил. Этот зомби, что ли, там был, я не понял. Эх, ладно. Трясет все. Что-то все трясется, как-то немного раздражает. Ой-ё. Да, ты везунчик. Спорим, сейчас стена эта сдвинется. Ну, что-то мне так кажется. Да, как я и говорил. Ну, лучше не задерживаться там, потому что, думаю, если мы там задержались, нам бы нас бы придавило просто. Тебя тоже. Тварь. Ладно. Зомбики какие-то тут ходят, по-моему, да? Раз меня кто-то запалил. Так, а это что, спичек максимум? Ну, сейчас мы спички потратим на монстров.